полицейский. А какие должность. Вам документы нужны? Паспорт? Водительского, шейна, машина, все. А водительское вы разве имеете право проверить? Сотрудник полиции имеет право. Пункт 2.1.1. Право дорожного движения. Сейчас сотрудник ГИБДД подойдет. Во. Вот я про это же и говорю. Здравствуйте, инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Большевка. У камеры уберите, потому что служебное удостоверение не снимают. С чего вы взяли? Документы нельзя снимать. Да? Это где такое запрещено? Так, я покажу. Видно вам? Не очень. А я как подхожу под мероприятие антитеррористическое? Водительское удостоверение передайте, пожалуйста, проверки. Да, пожалуйста. ОСАГО у меня электронно. Всего хорошего, до свидания. Инспектор, а можно узнать это самое? Какая цель сейчас была вообще? Я проверка документов, да? У меня какая машина, инспектор? Volkswagen Passat. Вот какая его цель была? Я сейчас мог угнать машину и спокойно на ней уехать. Удостоверение ваше можно? Да. Давайте. Пожалуйста. Посмотрим. Ратников Андрей Геннадьевич. Да. Угу. Мы в МВД России Люберецк. Да. А должность какая ваша? Полицейский. Полицейский. Это у нас какой-то на Кондо. Угу. С изъявлением проверяем машину. Очень много машин. Да, вот это забыли сказать, да. А полицейский. А какие должность? Вам документы нужны? Паспорт? Водительского, шейна, машина. А водительское вы разве имеете право проверить? Сотрудник полиции имеет право. Пункт 2.1.1. Право дорожного движения. Статья 13, часть 2, пункт 20, 21 да. И часть 2 вам известно? Да. Что там написано? Что там написано? Знаете, то, что полномочия, предоставленные пунктом 20 и 21. Сейчас сотрудник ГИБДД подойдет. Вот я про это же и говорю. Здравствуйте, инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Рябошапка. Как фамилия черт? Рябошапка. Рябошапка. Можно ваше удостоверение, пожалуйста? Конечно. Камеру берите, потому что служебное удостоверение не снимают. С чего вы взяли? Документы нельзя снимать. Да? Это где такое запрещено? Так, я покажу. Видно вам? Не очень. Давайте вы нормально покажете. Ну ладно, хорошо. Рябошапка Алексей Анатольевич. Инспектор ДПС. Что вы хотели, Алексей Анатольевич? Передайте, пожалуйста, для проверки водительское удостоверение, техпаспорт на машину и страховой полис ОСАГО. А с какой целью? Для проверки. А проверка на основании чего? Антитеррористические мероприятия проводятся у нас. Запрещенному ничего не перевозите. Нет, а я как подхожу под мероприятие антитеррористическое? Водительское удостоверение передайте, пожалуйста, проверки. Я передам обязательно, но только вы на себя получите жалобу. У нас сейчас ночное время, да? Да, у нас сейчас проходит акция. Вот я вам предоставляю такую возможность извиниться, сейчас отпустить меня и не получить на себя жалобу, а соответственно дисциплинарное взыскание. Конечно. Не хотите воспользоваться? Что вы говорите, я не слышу, машина ездит. Я говорю, не хотите воспользоваться моим предложением о том, что вы сейчас извиняетесь, меня отпускаете, и вы не получаете на себя жалобу, а соответственно дисциплинарное взыскание за беспричинную остановку. Вы мне передайте, пожалуйста, для проверки водительское удостоверение. Но то жалобу хотите на себя, правильно? На основании федерального закона номер 3 о полиции, статья номер 13, пункт 20. Для проверки документов. Передайте, пожалуйста. Хорошо. Тогда получаем на себя жалобу. А в соответствии с 106 пунктом 64 приказа, какие основания-то у вас получается? На основании федерального закона номер 3 о полиции передайте документы. То есть без оснований предусмотрено 64 приказа, правильно? Предусмотренные статьей 13, статьей 20, пунктом 20 федерального закона о полиции. Передайте. Не-не, федеральный закон о полиции это очень хорошо, но я имею в виду 164 приказ, административный регламент. Вы же его тоже должны соблюдать, правильно же? Конечно, 664. 664, да. 164. Нет, 664, я просто. Так. Вадим, путешествуете, да? Путешествуем? Ну да. Нет. Товарищи. Мы не путешествуем. Так. Что нам там нужно? Так, права и СТСК, да? Да, пожалуйста. ОСАГО у меня электронно.
Всего хорошего, до свидания. Инспектор, а можно узнать это самое? Какая цель сейчас была вообще? Я проверка документов, да? У меня какая машина, инспектор? Volkswagen Passat. Вот это поворот! Volkswagen Passat. Вот скажите, пожалуйста, граждане, дорогие мои, вот какая цель вот проверки документов, когда он смотрит и не видит? Вот какая цель? Вот объясните мне. Вот этот Рябошапка, фамилия его, да, если я не ошибаюсь? Вот какая его цель была? Я сейчас мог угнать машину и спокойно на ней уехать. Вот у вас угонят машину, и чего? Он также проверит вот эту вот карточку и ничего в ней не обнаружит. Просто счастливого пути, угонщик. Это нормально вообще? Вот скажите мне. Вот, Андрей, скажи, это нормально? Нормально. Это Россия. Рябошапка получит жалобу. И вот, ну, просто вот я не знаю. И все, кто вот говорят, то, что проверка документов, там, выявление угнанных автомобилей, это просто бред. Это просто социальный саботаж называется. Они саботируют общественные отношения. Просто для того, чтобы дрессировать водителей. И все. Я считаю, это ненормально.